сейчас сказочный фотограф и дизайнер Надежда Шибина. Расскажите, пожалуйста, чем вы вдохновляетесь, когда создаете такие произведения? Вы знаете, конечно, в большей степени это сказки, это то настроение, которое находится внутри, это та воздушность, которая находится в округе, да, вот уже которую неделю у нас светит солнце, и поэтому хочется чего-то волшебного, чего-то неожиданного, поэтому вдохновлялись именно вот этими весенними красками, и очень хотелось донести свежести такой, что впереди весна, и впереди нужно уже что-то делать, создавать и играть. Именно поэтому на показе были цветы, живые цветы. Да, были живые цветы, и которых мы просто дарили, отдавая вот эту вот частичку тепла, частичку весны. 8 марта прошло, 23 февраля прошло. Хочется дальше праздника, хочется больше подарков, хочется больше настроения веселого. Мне кажется, это замечательная идея с цветами, очень всем понравилось. Просто, ну, я не знаю, но почему именно вот эти цветы вы выбрали? Ну, вы знаете, вот это само ощущение тюльпанов, да, я не знаю, вот для меня оно уникальное, да. Мы очень многие вещи чувствуем руками. И вот именно тюльпаны для меня являются очень весенним цветком. Именно поэтому. У вас на показах часто появляются звездные гости. Как происходит подбор показов таких вот медийных личностей? Вы знаете, это просто мои друзья хорошие, они мне доверяют, я им доверяю. И вы просто отпускаете их, они актеры, они знают, что делать. Вы даете им историю, они в нее играют, потому что они актеры. И мне хотелось бы на показах немножечко увидеть больше жизни, да, потому что очень часто это обычная какая-то проходка такая классическая, да, а хочется чего-то другого, какого-то настроения, какого-то взрыва, какое-то просто вот сумасшествие какого-то. Ну вот именно они это могут сделать, поэтому очень часто мои друзья мне помогают, и я очень благодарна им. А каков, на ваш взгляд, секрет того, чтобы оставаться всегда в бодром расположении духа, позитиве, нести хорошее настроение? Вы знаете, в большей степени это зависит от вашего внутреннего мира. Когда вы постоянно говорите о негативе, в этот момент негатив вас окружает. Когда вы говорите о позитиве, вы создаете позитив, вы обучаете позитиву, вы играете в позитив, тогда не может быть негатива вокруг, понимаете? Негатив, он притягивается, а вы его просто убираете от себя. Создавайте вот этот позитив. Утром встали, отличное настроение, даже если дождь, это тоже круто, потому что он природе нужен. То есть любая погода, она классная, любое настроение, оно кайфовое. Поэтому оно все должно быть. Близится день к своему завершению. У вас есть какие-то прогнозы насчет того, кто победит, кто возьмет главный приз? Ну, вы знаете, насчет главного приза я не знаю. Многие участники очень кайфовые, классные. Это было волшебство, конечно. Каждое вот такое мероприятие для меня просто большое-большое шоу, да, потому что много авторов, много интересных людей, и хотелось бы, чтобы было их больше, потому что это созидание, и неважно, кто победит. Главное, что мы все вот это увидели своими глазами, все вот это вот мероприятие, и огромная благодарность людям, которые это организовывают, потому что чем больше таких мероприятий, тем больше позитива существует у нас, и тем больше мы можем видеть прекрасное. А есть уже задумки каких-то новых образов? Конечно, есть, но это следующая тайна, которую мы не раскроем. Ну, будем ждать ваших новых показов. Ну и, соответственно, такой логичный вопрос про Estate Fashion Week. У нас 15-й сезон. Давайте пожелаем что-нибудь, поздравим с юбилеем. Первое, что я хочу сказать, это сказать большое спасибо всем организаторам, которые создали этот продукт, да, то есть потому что он уникальный, потрясающий, и просто продолжайте в том же духе, это очень здорово. Спасибо вам огромное за интервью, ждем ваших новых творческих образов, показов и, ну, вообще фотографии, вы очень талантливы. Спасибо большое. Приз вручает Павел Устюгов, генеральный директор компании «Фенны Компани», производящий косметику «Лика Эстетик» и парфюм «Я Филипп Киркоров». Награждается дизайнер и фотограф Надежда Шибина! Когда мы смотрели показ этого мастера, мы все, дети, взрослые,
оказались в сказке. Мы вспомнили детство, и сердце наше дрогнуло. Поздравляем!